Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас кратенькое видео на тему игры «Моментальную лотерею». В данном случае рассматриваем лотерею 7 из 49. Довольно-таки громоздкая лотерея, вот такая вот прям полотенце целое. Решил приобрести на счастье лотерею. Сказали, что последняя была на торговой точке и крупных призов не выигрывали из этой пачки. Ну, посмотрим, так ли это, правда ли это. Видите, она прям вся поцарапанная какая-то. Ну, возможно, и будет крутой здесь приз какой-то, друзья. Как говорится, неизвестно. Всем по традиции рекомендую подписаться на канал Технобар Плюс, прожать лайк под данным видео. Смотрите видео на канале Технобар Плюс с применением VPN-сервиса. Это очень помогает каналу, друзья. Надеюсь, вы меня услышали. Давайте начинать. Итак, лотерея у нас по правилам лотереи 7 из 49. Кстати, видите стоимость этой лотереи. 16 миллионов суперприз здесь. Есть 40 призов по миллиону, 8 призов по 2 миллиона. Две игры у нас, игра 1, игра 2, защитное поле здесь стирать необходимо. В этой игре, нам в игре номер 1 по правилам, если попадается вот такой где-то символ, семерка, 49, рука, подкидывающая монетку, либо символ стула, то вы выиграли денежную сумму, указанную рядом с таким символом. То есть под этими значками может попасться такой символ, если, допустим, тут семерка попалась, вытираем, и тут у нас приз, допустим, 100 рублей, к примеру. Напомню, друзья, что 70% призовой фонд в этой лотерее, поэтому призов должно быть много, их тут немало. Минимальный приз 100 рублей, максимальный 16 миллионов. Есть еще 200, 600, 2000, 4000, 10 тысяч, 20 тысяч. Вот хотелось бы 20 тысяч, друзья, выиграть. Ну, хотеть не вредно, вредно не хотеть. 200 тысяч, 1 миллион и 2 миллиона и 16 миллионов. Вот как-то так. И вторая игра, друзья, здесь должны совпасть 7, все символы, короче говоря, должны совпасть 7 из 49. Если какие-то другие, ну это тогда без выигрыша. Так, давайте начинать. Так, первое. Пока каких-то результатов, друзья, я не вижу. Но возможно и будет какой-то приз. Хотя бы один, друзья. Или же меня немножечко обманули. Да, в первой игре тут у нас приза, как вы видите, нет. То есть выигрышного символа нет. Давайте вместе с вами посмотрим. Тут хрюшка, алмаз, лампа Аладдина, книга, корона. Ну, в общем, ничего такого, что нам нужно, нет. Ну, вся надежда на вторую игру. Давайте посмотрим. Возможно, вторая игра нам принесет какой-то приз. И тут я вижу уже какие-то пошли в разнобой ключи и так далее. Я так понимаю, ну, сотру уже до конца, дабы понимать, что тут к чему. Я так понимаю, что здесь никакого приза нет, хотя тут написано 100 рублей, но нет, друзья. Приза здесь нет, потому что 7 из 49 должны попасться все, но их здесь нет. Ну вот такое сегодня у нас краткое видео, друзья. Сразу повторюсь, лучше, если берете такую лотерею, не берите их много. Берите одну, максимум три лотереи именно вот такого плана. Там либо будет выигрыш, либо нет, потому что много наберете, потратите кучу денег, а зачем она вам надо? Минимум вложений, максимум выигрыша. Вот основная задача, собственно, игры в моментальную лотерею. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, прожмите лайк под данным видео, поддержите хотя бы лайком. Ну, сегодня, видите, неудачно так, но тем не менее. А я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всем желаю от чистого сердца удачи. Всех обнял.